Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. С вами Сергей Яцко-Боровский, и сегодня, ребят, я пришел на квартиру, потому что мне надо сделать замеры. И сразу же напал на конфеты. Вот такие вот лещина. Это мама в прошлый раз купила, и я решил их подъесть. Уже 4 съел, уже кондюх наел, надо будет скоро худеть. Вот, ну и последнюю еще съем, и все. В общем, ребят, что я сюда пришел? Вот сюда будет скоро ложить, ну как скоро, когда доработает на старом объекте, закончит работу мастер, придет вот сюда вот доделывать фартух. И я хочу, чтобы он одним делом сразу убил двух зайцев. А точнее, подключил мне кран, вот сюда вот тумбочку с умывальником, унитаз, вот эту вот кнопку. И повесить вот сюда вот бойлер. Вот поэтому, что я здесь сегодня, собственно. Взял метр. И мне надо померить, получается, расстояние тумбочки. Потому что, смотрите, у меня вот здесь вот плитки нету. Тут дырка для того, чтобы был доступ к сифону. Чтобы можно было тумбочку отодвинуть и сюда всегда залезть. Чтобы сантехник тут мог всегда поковыряться. Это всегда, кстати, ребят. Никогда не закладывайте в глухую полость. Мы думали изначально или же шторку сделать, как у нас на той квартире. Но в итоге решили плиткой заложить. Думаем, так будет красивее. И сейчас мне надо узнать, короче, длину. Сколько тут? Длину тумбочки получается от стены, от плитки, вот, до ванны. Получается 56, лучше, наверное, 55, потому что 56 еще не залезть. Дальше, унитаз. Недавно был в гостях, и люди сделали ремонт, но у них унитаз маленький. Получается, мне тоже плиточник предлагал купить маленький унитаз, чтобы тут было больше прохода. Но я попробовал, посидел неудобно. Поэтому мой вывод, надо брать нормальный унитаз. Сколько тут длина? Опа. Допустим, этот 62 сантиметра. Вот. То тут можно спокойно себе сесть. Вот так. Опа. Ничего тебе не мешает, сидишь удобно. Все там летит. Короче, удобно. Вот. И плюс, тут даже сможет кто-то пройти, допустим, в стиральную машину. Тут у нас будет корзина для белья. Вот там вот бойлер. Вот. И счетчик. Короче, поэтому мы убирали вот эту вот стенку. Точнее, вот эту закладывали, а вот эту убирали. Потому что если бы сюда заходить, то не было куда поставить эту корзину. Ну, короче, было бы не совсем удобно. Поэтому вот так вот. Так что надо будет кнопку посмотреть. Унитаз 62. Раковина, умывальник точнее, 55 сантиметров. Так что вот так вот. Так, это надо выключать. В прошлый раз забыл свет тут выключить. Я не знаю, сколько оно мне намотало. А, ну и двери переделали мне уже, все. Криво-косо, но зато работает все. Короче, переделали мне. В идеалочку уже тут никак не сделать. Смотрите, ой, это вот самый такой большой косяк. Тут прям мыша может пробегать, видите? Подрезка дверей была неправильная, видите? Ну, что поделать? Короче, что мне тут меняли? Вот это раз меняли, вот эту всю дверь. Выравнивали, вставляли сюда. Короче, тут все выламывалось, короче, прям страшная беда. Вот эту дверь тоже мне делали. Получается, вот тут оно торчало прям сильно. Это надо будет засиликонить. И вот эту всю раму вынимали, все вынималось, чтобы туда его всадить. Вот это вот все снималось. Поломался вот этот вот наличник. Короче, тоже была беда. Потом через пару дней мне подвезли. И вот тут вот. Тут вообще было трындец. Короче, вот тут вот неправильно вот эта система установлена. И, короче, двери уже перестали закрываться. Она говорит, к лету, вот сейчас нормально закрывается. А тогда они уже перестали закрываться, потому что эту систему, вот эту вот,
неправильно установили, сюда вот высунули. И, короче, был трындец. Эти двери не закрывались, поэтому опять это все ломалось, короче, тут мусора было. Ну и плюс двери у нас теперь на четырех петлях. Они, по сути, легкие, но на четырех, потому что изначально же мастер их поставил вверх ногами. Опа. Это уже делал мне другой специалист, тот, что разбирается в дверях. Так что такие вот дела. Блин, конечно, вот, видите, нюансы. Двери коцаются. Надо вот это перекрутить. Ой, короче, такое чувство, что этим дверям, ребят, уже несколько лет, что они уже поюзанные такие хорошие. Ой, это что такое? А че он поддулся? Ё-моё. 55 в ширину. Это? Да. А глубина? Так. Глубина сколько хочешь. Так, в общем, ребят, пришли мы в магазин, и сейчас будем смотреть раковины. Церазит. Сколько тут? 900. 900 это сколько? Надо, короче, нам 55 с тумбочкой. Вот. Мне кажется, что плюс-минус это какие-то вот такие вот варианты. Вот 55. Какой именно? Вот этот? Наверное, да. Ну да, может быть. А снизу что там? Выезжает такой ящик. Они смогут такое сделать? Где? Ну, там. Так его просто поставить туда и все? Да. Ну, а что? Вот еще есть, который открывается. Мне больше вот этот. Так, еще рядом есть вот такой. Они все как-то да. Ну, тут вот эти же, оно же видно, что плюс-минус 55. Так, и, а, тут, в принципе, еще есть и другие. Вот тоже. А какая стоимость на них? По 7 тысяч, да? Ага. 7 тысяч... Одна это. Одна тумбочка. Тумбочка, да? С раковиной. А, с раковиной. С раковиной. Все вместе. Угу. А это надо, походу, цеплять, да? Да, ну лучше, чтобы она стояла. Ну да. Тут видишь, плюс. Даже не все влезет. Там плюс еще тумбочка будет. Угу. Не, этот вариант лучше, да? Да. Давай еще просмотрим. Тоже 55? Это 50 больше. А, 50. Черный нам не подходит. Вот тоже 55, но она узкая. И она тоже да. Ага. Слушай, ну вот это мне нравится. Это нравится. Да. Она широкая, да? Угу. А сколько та стоит? Возьми. Та стоит 7. А, даже 7 с чем-то. Вот смотри, 55. А глубину 45. Но она, мне кажется, больше даже. А, тоже 45. Угу. Ну, открывай. Здесь. Вот это интересная такая. А какая по качеству лучше? Те, что первые или вот это? Они плюс-минус одинаковые, да? Мне просто нравится, разные производители. Раковина такая широкая. А та? Ну, пошли тут посмотрим раковину. Сколько получается? А, ага, подожди. А в чем тут разница? А, одинаковая же цена, да? 6840. А тут 6480. А, да, кстати. А это же получается комплект, да? Цена за комплект? Ну да, цена. А какая именно за них цена? Вот это или вот это? Это на подвесную 6480. Это на ножках. Это на нее, да? Угу. Человек пошел спрашивать, если такая тумбочка в наличии стоит 8000. Мы решили с трех вариантов взять именно вот эту, потому что тут очень хорошие тумбочки, они вот так вот открываются. И мне кажется, качественнее, чем те. Да? А это что такое? А, это типа под сифон. Ой, видите? Да, сифон. Он сам закрывается. Да, да. А, так он типа с доводчиками. Смотрите. Оп. И дальше оно дошло само. Прикольно. Тебе нравится? Да. Так что эту будем брать? Если она будет, то... Есть? Есть? Ну, давайте нам такую. Да, нам на доставку, да? Да, да. Я документ сейчас выпишу, угу. Вы уже на кассе доставки. Спасибо. Какая модель? 5700 с крышечкой. Какой такой маленький? Это Рока, да? Да, это Рока из Испании. Мне кажется, он маленький. Ну, попробуй сесть. Можно на него садиться? Ну, присядь. Ну, присядь так именно. Сейчас я постараюсь. Да, оп. Замка там маловато. Да?
Он там, наверное, слабо закреплен. А тут же просто ДСП. Угу. Да, и он оторвется просто. Маловат, да? Пошли еще посмотрим. 12. Ух-ух-ух. Побольше. Тут тоже Испания, ровно. Ну, это да, больше. Он тоже без ободков, да? Да. Угу. Ну, тут видишь, тут какая-то вот так, штучка. Так это слив. Ага. Но ободков нет. Ободков в основном. Знаете, еще есть такие вот это унитазы, которые вот это хлюпают, чтобы такие тоже мы не хотим, знаете? Всплески, да, угу. Ну, здесь как бы, чем больше, дольше выпускают, тем угу. больше ну, стараются исправить. Такие ванны. Джакузи, да? Угу. Прикольно. Джакузи. Но нам такой не подходит. Это который стоит. А у нас это с инсталляцией, который цепляется. И это без ободков, да? Да. Тоже у них крышки мягкие? Да. Ну, микрофон. Угу. Ну, это более стандартный вариант. Форма, да. Угу. Ага. Ага. Ну, у нас тоже сейчас такое. Ну, мне кажется, это не маленький, это более-менее стандартный. Да, и тут он, видишь, глубокий. Да, мне кажется, такой надо брать. А в чем разница этого? А, видишь, тут он более квадратный, да? А! По-разному. Он такой более круглый, там более прямой. Вот этот мне даже больше. Какой, который дешевле? Ну, да, первый. Какой-то такой меньше. Угу. Так что, ну что, давай такой берем. Да, еще кнопка нам нужна. Сама инсталляция? Не-не-не. Получается, вот такая вот кнопка надо, только нам... Это габарит, да? Да. Ну то потом. Игорек, есть наличие? Решили взять вот такой вот стандартный унитаз. Сань, да. Пробовала садиться на него? Не, я боюсь, потому что... Не, присядь, попробуй. Я только что пробовал. Он не провалится, да. Короче, стоит 6 тысяч. Ну что? Нравится? Я в куртке села. Ну, удобно? Нормально. Не знаю, непонятно. А ты сел, тебе удобно? Ну, вроде бы нормально. Ну, сейчас я попробую еще раз. Так, ну. Оп. Ну как? Хорошо. Удобно? Удобно, да. Ну, смотри, что потом... Знаешь что? Нравится, мне удобно. В принципе, он небольшой, он какой-то такой, знаешь, средний. А ну сядь сюда. Сюда? Ты думаешь, есть разница? А ну-ка. Не-не, я не сажусь, я так присел. Потому что я знаю, он тут прицеплен слабенько. Ну что? Удобно. Удобнее какой этот? Вот, ну, вот этот удобнее. Он, смотри, он длиннее даже чуть-чуть. Да. Ну, а хорошо. То мы недавно садились на маленький унитаз. Слушай, ну честно, там, короче, такая система была, что ты берешь вот так вот пипирку. Оп, и туда вставляешь. Ну, неудобно. Такой системы не знаю, конечно. Ну, потому что ты девочка. Вот. Надеюсь, будет скидка на него, потому что это более-менее. Мы уже просмотрели сколько, унитаза 20, наверное, да? Ну, много посмотрели. Еще нам нужна кнопка. Кнопку, да, но нам не роза надо. Нам рока, надо гибрид. Это рока. Да. Гибрид, да? Да, потому что плиточник брал на рынке. Инсталляция. Там было типа дешевле, да. А кнопку не взял. Так что мы пойдем, там их очень много, вывески вот так вот и выделим. Сиси. Угу. Он самый высокий из всех, которые я видел. 7400. А вот это... 5900. 5900. Да, на него акция. Угу. Ну тут видишь, вот эта вот система, у нас разве пластмассовая там, Сонь? Да? Ну, смотрите, лейку вы всегда можете купить другую какую-то. Ну, тут идет самая простая, но при этом хорошо распыляется. Что ты скажешь? Как тебе эта лейка? Сейчас еще, давайте еще посмотрим, что у нас. Это 5900. 5900, да? Это набор вместе для раковины, да? Все, что вы видите, это все крана. Два крана. Кран. Угу. В смысле, это для ванны. Угу. Сколько. И сколько.
куча кранов. А, можно так собрать. Так сам смеситель, тот, который мы смотрели, он стоит 4 200. Ага. И 2 500, вот уже у вас только за 2 единицы, вы заплатите больше. Ага. Поднимается приятно, да? Ну, по качественно. Качественный, да. Это немецкий производитель. Дождь, да, вот это лейка подобная. Ну, видишь, они все какие-то идут. У нас тоже разве пластмассовая? Видишь, они такие пластмассовые. Она не такая, типа, выпуклая, она более какая-то вот такая, но как-то пластмасса такая. Да? Ну, в принципе, оно и ржаветь хоть не будет. Оно тут от воды бывает налет, но его мыть надо. В общем, ходили мы и решили взять все-таки хенгроид. Вот такой вот комплект. А как он называется? Ну да. Ну. Короче, вот такой вот будет кран. Это Германия, правильно? На умывальник. И на душ будет вот такой вот. Проверенный у нас такой же, да, стоит. Поэтому будем брать его. Такой фирмы. Не такой, в принципе. Только душ меня, конечно, немножко поднастораживает, что он тут немножко пластмассовый. У нас тут более такой узкий, а тут выпуклый, да? Тут выпуклый. Угу. Короче. Потом переключаются разные режимы, этот обычный. Угу. Ну, не знаю. В принципе, я никогда режимы вообще не переключала. Но... Ну да, обычно стандартным пользуемся. Поэтому, поэтому сейчас нам сотрудник пробьет. И будем брать за 5 900 вот этот вот набор. Получается, вот эта штучка, лейка, кран и для умывальника. Выбираем, в общем, кнопку. Посмотрите, какая цена на них. 2 300 и 2 800. Вот эти вообще по 4 900. Короче, мы думаем взять какую-то из таких вариантов. Ну? Ну, вот так нажимаешь, попробуй. Ага. Держишь? Нормально, но 20-го все выходит на работу. Ну, да. Ну, в принципе, разницы нет. Ну, да, просто форма. Не, механика будет везде одинаковая. Тут чисто форма и дизайн. Угу. А так кнопки, все гибериды идут только механика, нет кнопки. И нажиматься не одинаково. А, тут вот тоже снизу. Да. Что тут снизу. Да. И что? Не знаю. Давай. А может эту? Давай лучше вот эту. Давай. Мне все равно, мне так все нравится. Посмотрим, сколько тут дороже, чем они на рынке брали. Ага. А там почему они брали? Ну, смотри, вот подобный 4 с чем-то, а они взяли за 2 с чем-то, по-моему, или за 3. Угу. Ну, а это со скидкой. Ну, смотрите, если не плохие, хорошие, это будет Атлантики, Тайтерн. Сухой, мокрый? А как понять, сухой, мокрый? Сухой, мокрый тен. Смотрите, есть сухие тены, это когда он кол... Он, сухой тен? Да. Сухой тен, он лучше. Там на нем так накид не образуется, как на мокром. Мокрый, грубо говоря, это вот такого плана, он сразу накид на нем... Ну, тогда сухой, да. А вот сухой, он в сиатиновой колбе, и более лучше будет. Ну, смотрите, по Атлантике есть сухие, есть хайтерны. Хайтерны... В чем плюс? У них 2 тена стоит. То есть вам надо включить 1 тен, это на поддержание температуры, 2 тена на быстрый нагрев воды. Ага. Регулятор вот здесь, терморегулятор. То есть, если нужно нагреть быстро воду, то мы включаем, а потом уже просто... А потом просто на 1, да, и все, он подогревает воду, да. То есть, так получается, вот так вот регулируется оно? Это 80, да? На 80, вот. А вот это 80? Это тоже 80. Ну, это мокрый, вот это сухой. Ага, нам сухой надо. Такой больше выглядит, чем... Так, сейчас я проверю. 80 литров. Ну да, это как-то побольше. Вот это тоже 80. Вот они такие, вот такого плана. Я не знаю, а у нас какой фирмы там? Попить. У нас Электролюкс вообще. Да. Электролюкс, да? Ну, Электролюкс сейчас там есть, но там небольшой выбор. И... Ну как? Они обычные. По-моему, там только мокрые. Сухих нету. Стоим, оформляем доставку. Получается, стоит доставка 355 гривен. А если брать сразу же возле эпицентра у ребят, которые здесь возят, то будет дороже. Там 500 гривен. Поэтому эпицентровская доставка дешевле немного. Чем заказали, привезут первую половину дня. Сейчас оформляют документы. Я уже платил, так что вот так вот. Все, короче, отдали нам документы. И итог.
25 500 гривен. Плюс 355 доставка. И плюс тут на 3К. Короче, в итоге 29 тысяч. Водонагревач. Комплект змішувачів для ванни, унітаз підвісний і база з раковиною на підлогу. Ось так от. Так що ждемо доставочку. Треба буде дзвонити сантехніку, щоб він приїжджав і встановлював це все. Ну і під кінець ми вирішили зайти в пузату хату в ресторан, так? Да? В ресторан. Ну а що ж, ми так біжали на тролейбус. Чуть ноги это не сломали. Я себе взял этот. Скажи, я скажу. Вот так вот. Солянку. Да, солянку. И плов с мясом. Да. Соня, суп какой-то суп, там гороховый, да? С сухариками и тоже плов. Угу. Что, сейчас будем подкрепляться? Да. Короче. Вот так вот. Людей, кстати, очень мало. Давно мы не ходили по таким заведениям. Я говорю, пошли сходим, поедим. Так что, ребят, сейчас поедим и поедем домой. Может, еще продуктов купим. Так что ролик подходит к концу. Если он вам понравился. А, еще надо будет закинуть то, что я купил на квартиру. И все. Всем, ребят, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи, всем, ребят, пока.